победителем становится программа «Истории в деталях». В зале может один человек испытать это. Вот ради этого стоит жить. 7 бронзовых орфеев национальной телевизионной премии ТЭФИ. Это был взрыв. За этой картинкой стоит труд, огромный труд людей. Сюда не ходи без дела. Опасный район. Район бывшего... Продолжай. Продолжай. Жизнь в Эстонии спокойная, даже очень спокойная. Люди... Куда мне ручки-то девать? Они, видишь, как это, я как буду пьеро тогда. Мы как-то лицо мне приводим в чувство. Сейчас не делай никаких складок на лице. Гал, я не могу зачем усмехнить. Ну зачем ты делаешь? Крепкая семья, самая ля-ля-ля-ля-ля. Блин, вот забыла. Заманивает к себе москвичей и гостей столицы. Что? Чего опять не так? Ну, значит, низко камера стоит, нет? Вы же камеру задираете, что вы мне тут поставили? Одна ты знаешь, какой на самом деле. Ань, там уже мозги. Я готов. Трагедия случилась на концертах Надежды Бабкиной. 3 человека попали под хоровод. Извините, товарищ телезритель. 7 лет в эфире. Редкая передача доживет до этого возраста. Главное, не выходить из этого состояния. Только бы вот не кончился аккумулятор, не менять кассету, ничего. Видимо, есть какой-то ангел-хранитель. Ежедневно. Я заставила ванну залезть, я даже в ванну. 60 тысяч часов собственного видео. Мы всю жизнь занимались любимым делом, и мы кое-чего в нем достиг. 2500 программ. А мне опять дали пульт, я должна опять сидеть, Наташа, и переключать. Интеллигентному человеку скучно не бывает. Интеллигенты вообще надо давать посмертно. Не надо меня так снимать, пожалуйста, от моих охранников вокруг скачущих. Вот это все не надо. Слушай, собака лает, караван идет. Уникальная сеть в 6 регионах России. Добрый день, это «История в деталях», самарский выпуск. Ближайшие полчаса «Истории в деталях», Екатеринбург. Журналисты СТС Казани рассказывают о знаменитых людях и примечательных событиях нашего города и страны. В студии программы «История в деталях» я, Артур Путырский. Время «История в деталях» из Петербурга. И почти 5000 невероятных историй. О любви. Пережила очень большое чувство. Я очень сильно влюбилась тогда. Мне не хотелось вообще ничего. Нет, любовь – это всегда травма. И предательстве. Первое слово, которое я слышу на родине – это «зона». О потерях. Алкоголь, компании, наркотики. Хочу, чтобы меня не было сегодня на свете. До того мне страшно. Счастье, победах, об успехе, падениях. Чудо, ты очень умный, но не способный. Взлетах. Когда у тебя есть деньги, ты можешь, не принимая никаких творческих решений, просто закрывать дыры деньгами. И смыслах жизни. Мне все кажется, что еще такая длинная жизнь. Вообще, кому это? Если только, ну, конечно, о том, что у нас не было детей. Хорошо, давай возьмем ребенка из детского дома. Что это в конце концов? Он говорит, тогда сразу двоих. Ваш мальчик. У меня как кувалды в голову. Я говорю, а заверните-ка мне ее, пожалуйста. Наверное, настоящей любви еще не испытывал до рождения детей. Так что 50-летние, рожайте детей. Подробно. Температура за 40 уже, он такой бездыханный лежал. Ну, залез там через пупку. Вот этой вот огромной рукой я уже чуть было не рехнулась. Откровенно. Снимали белье с веревок, потому что они все вырывали, они же как цыгане. Эксклюзивно. Все, что пишут, все это полное. Почему не хотелось, чтобы сорвало бы башню? И что-то могло бы поменяться в этой жизни? Нет. О знаменитых людях и знаменательных событиях страны и мира. Мы прожили очень эмоциональную жизнь. И вместе хоронили друзей, и вместе веселились на свадьбах. Это уже больше, чем семья. Это нечто больше. Я не знаю, как это назвать. Какие люди, такие истории в деталях.